Итак, всем привет, и здесь у нас основатель Xiaomi показал первый снимок, сделанный на Mi Note 3, Xiaomi Mi Note 3. До конца года компания Xiaomi должна представить несколько новых мобильных устройств, в том числе флагманский смартпэд Mi Note 3 и безрамочный Mi Mix 2 поколения. Существование последнего недавно подтвердил дизайнер оригинального Mi Mix, показав концепт будущего девайса. Теперь начала появляться информация о третьем поколении Mi Note. Источником утечек стал генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь. Он опубликовал в социальной сети Weibo фотографию, сделанную на Mi Note 3. Внимательные пользователи сразу же заметили, что опубликованный Лэй Цзюнем снимок был сделан с неизвестного смартфона Xiaomi. Один из блогеров изучил EXIF данные фотографии, где указано, что она была сделана с помощью Xiaomi Mi Note 3. Разрешение снимка составляет 12 мегапикселей, а апертура f1.8. Ну, неплохая апертура. Сам же снимок не раскрывает в полной мере фотовозможности будущего смартфона. Ожидается, что Xiaomi Mi Note 3 получит 5,7-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти и двойную 12-мегапиксельную камеру. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!